такой вопрос. А какие есть основные проблемы при адаптации уже существующего сеттинга для какой-то игры? То есть, например, сеттинг киновселенной, то есть, например, «Звездные войны», «Дюна»? В основном с лицензиями. Ну, если это киновселенная, естественно, на нее есть лицензия. «Ведьмак», например. Ну, «Ведьмак», он писал, делался по лицензии от Анджея Сапковского, под руководством Анджея Сапковского. И это главная была проблема. Собственно, «Ведьмак» был сделан, насколько я помню, польской фирмой. Собственно, там же, где и живет сам Джей Сапковский, который написал «Ведьмака». Еще? Мы конкретно или вообще используем? Мы используем Unity 3D. А есть вот какие-то уже общепризнанные, грубо говоря, проекты, которые считаются шедевром? Вот именно среди геймдизайнеров. Ведьмак, Сталкер. Дум второй. XCOM. Да, XCOM. Fallout. Так все же знают и так. Ну, какие-то. Геймдизайнеры, там в зависимости от геймдизайнера. Ну, как бы если геймдизайнеру не нравится Fallout, он будет говорить, что это ужасная игра, но при этом игроки говорят обратное. Как геймдизайнеры такие же люди, как и все игроки. Почему на Альф пускают не всех подряд, только элитарных? Когда что? Почему на Альф пускают не всех? Ну, потому что стыдно. Ну, на самом деле, там достаточно в разобранном виде игра, и большинство игроков не готовы в это играть, на самом деле. Несмотря на то, что они говорят, вот, мы бы поиграли в Альфу, первый же баг, и они отваливаются из игры, и для маркетинга данной игры это, на самом деле, минус. Все? Кого в Альфу чаще всего пускают? В Альфу чаще всего пускают либо игроков... Ну, друзей, да, либо же там, как пример, World of Warplanes, World of Warships, туда пускали игроков, которые уже играли в танки и которые участвовали в бета-тестированиях открытых, закрытых именно предыдущих проектов. В основном их пускают, потому что там, во-первых, собирается информация о том, какой игрок отправляет информацию о ошибках. Потому что многие игроки видят, о, бета-тест, я зайду, поиграю. И просто сидят, играют, нашли ошибку, никому об этом не сказали, поругались тихо про себя и ушли. Ваша схема была прототипирование раньше выбора сеттинга, а это имеет какой-то смысл? Да. Разве сеттинг не сам по себе не задает? Нет, не задает. Бывают разные варианты хода разработки. Действительно, бывает вариант, когда сначала идет выбор сеттинга, а потом разработка и прототипирование. Но это частные случаи скорее. Сама игровая механика. То есть, если мы пытаемся сделать стратегию, в которой у нас должны строиться там какие-то здания, и у нас есть набор юнитов каких-то со своими особыми параметрами, нам не важно, в каком она будет сеттинге. Нам важно, что вот эти вот, вот подобная расстановка сил, она интересна. Еще такой вопросик. Я вас с запросом. И, допустим, мы делаем новую крутую игру, потрясающую, невероятно мощную, требует супер-ПК. Почему нельзя, допустим, отдельно нанять отдел, упростить графику до безобразия, как-то движок сжать, так чтобы запускалось на более и более слабых устаревших Pentium 4? Можно. Но зачастую, во-первых, это невыгодно, во-вторых, если мы убьем полностью графику, возможно, она станет уже не настолько интересной. Ну, допустим, если мы в «Ведьмаке» третьем всю графику, я не знаю, там до трех полигонов, это уже будет не «Ведьмаком». И зачастую уровень графики — это то, на что ориентируется, ну, там, некрасивый «Ведьмак» третий — это было бы что-то не то. Он максимально фотореалистично пытается показывать все, поэтому тут больше вопрос к самой идее игры, разработки ее. Сколько в среднем занимает полный цикл разработки? Ну, сильно зависит от компании, от размера проекта. Ну, у нас, допустим, разработка занимает 2-3 месяца.
Одна полная игра. Под ПК или под мобилом? Под мобилом. А так, ну, сколько Half-Life, допустим, до сих пор не вышел. Третий. Можно ли стать хорошим разработчиком игр, не играя в игры? Вряд ли. Ну, были прецеденты, вряд ли. Все. Так много про Ведьмака было сказано, но показал бы ролик вступительный. Он классный, всем понравится. Возможно. Спасибо.